вы видите вот светлое будущее, вот туда стремитесь. Вы видите, что надо заниматься транспортными проблемами, но занимайтесь и делайте сегодня все, что можно сделать. И в медицине видите проблемы, занимайтесь медициной, вот все ресурсы, которые у вас есть, возможности, пускайте туда и занимайтесь. Двигайтесь во всех направлениях максимально быстро, как вы только можете двигаться. Куда вы добежите через 10 лет, я не знаю, но главная задача – добежать как можно быстрее и можно дальше. В этом стратегии. Да, он сказал, верите в это? Мы верим. Мы такие люди, что мы верим. Мы поэтому едины, мы непобедимы. Я думаю, что нас впереди только лучшее ждет. Уверена. Глядя вперед, одни перспективы вижу. Мой вопрос удивительным образом решился до нашей встречи. Такое у него боевое мышление. И на вопросы очень хорошо ответил. Опять же, узнали многое новое, то, что будет делаться в нашем городе. Я думаю, что проблема будет решена, Хибинский проезд будет с односторонним движением. Прочувствовала я вот атмосферу, мне понравилось.